Альтернатива купанию в фонтанах – отдых на море. Июльские дни в нынешнем году на редкость жаркие. И перед многими кубанцами, да и жителями других регионов России встает вопрос, где можно хорошо отдохнуть. Особенно это непросто и актуально в условиях небольшого бюджета на отдых. Для всех желающих побывать на побережье теплого Азовского моря есть отличный вариант настоящего пляжного отдыха на базе отдыха «Лебяжий берег». База отдыха с романтическим названием «Лебяжий берег» имеет все необходимое для полноценного отдыха. Она расположена в прекрасном экологически чистом месте. Здесь свежий воздух, ласковое, удобное для купания море. Всех гостей ждет радушный прием. Курортники размещаются в корпусах, где есть 2-5-местные комнаты с хорошим ремонтом, современной новой мебелью, вентиляторами. В каждом корпусе имеется комфортабельный холл, санузлы и душевые. Живые на этаже, холодная и горячая вода круглосуточно. Отдыхать здесь будет комфортно абсолютно всем. Это могут быть и люди преклонного возраста, и молодые семьи с детьми. Это могут быть компании, которые приедут на корпоратив. Здесь может найти для себя место отдыха любой. Здесь беспокоятся о том, чтобы отдых на базе стал интересным и незабываемым для курортников. И это вполне удается. И та анимация, которую мы приготовили для отдыхающих, будет очень приятной. И та кухня, которую мы готовы предоставить для отдыхающих, будет очень вкусной и полезной. И комплекс тех условий, которые мы предлагаем, позволит людям достаточно хорошо отдохнуть. Особое внимание уделяется организации питания. Для отдыхающих разнообразные качественные блюда, удобная столовая, буфет, где всегда есть мороженое и прохладительные напитки. И о безопасности тоже здесь заботятся. Водолазное обследование пляжа у нас проведено. У нас есть разрешительные документы надзорных органов на организацию питания, на пожарную безопасность. У нас организована охрана и пропускной режим. Территория базы ограждена забором. Также у нас на пляже обеспечены безопасные условия с обеспечением спасательной будки. Оснащение пляжа полное. Те, кому удалось отдохнуть на этой базе, совсем не жалеют об этом и переполнены положительными эмоциями. Яркие впечатления и теплые воспоминания об отдыхе остаются у всех, кто побывал здесь. Но вообще хорошо, конечно. И место для проживания, тем более с детьми, просто отличное. Я считаю, что все должны сюда приехать, как говорится, хоть раз в жизни. Приезжайте, нам понравилось здесь. Это именно отдых для семьи, это действительно так, потому что тихо, спокойно, ничего не отвлекает от отдыха. Ребенком можно спокойно поиграть, в песочке играет ребенок. Море, очень спокойное море, хороший берег, проверенный берег, можно спокойно зайти, не боясь, что можно повредить ноги. Цены доступные, невысокие для нас, для молодой семьи, особенно нам это все было возможно. И я думаю, что мы еще не один раз приедем отдохнуть на эту базу отдыха. Индивидуальный подход и ориентированность на каждого клиента – главный девиз работы коллектива «Лебяжьего берега». Расположенная в живописном месте у самого берега Азовского моря, база отдыха «Лебяжий берег» приглашает отдохнуть всех желающих. Здесь искренне рады всех видеть.